И снова здравствуйте. И сегодня я решил еще раз посетить место, где у нас около Белкина обитает камышница. Хочу попробовать еще раз пофотографировать уже подросших птенцов. Ну и посмотреть, кто тут остался. Но на открытой воде пока только два птенца. А когда я подходил, с открытой воды в камыше убежали где-то 4 или 5 птенцов черненьких. Поэтому сейчас посижу, подожду, может быть, выйдут. Пока я здесь тихо сижу, уже 5 птенцов-камышниц и сама камышница вышли из камыша. И это очень хорошо. Сейчас все очень хорошо получается. Как раз 3, даже может 4 птенца на открытой воде. Один очень хорошо там, так сказать, позировал мне на камушке. Я его фотографировал. А вот, собственно, почему я здесь сижу. Здесь так хорошо камыш закрывает меня от самих птиц. Конечно, они меня видят. Но они уже привыкли, что тут рыбаки сидят, поэтому сильно не пугаются. И я стараюсь себя вести достаточно тихо. А вот сейчас уже взрослая камышница чистится рядышком со своим птенцом. Так. О. Так вот. Вот она. Камышница. В общем, что могу пока сказать? Сегодняшняя фотоохота, так сказать, меня достаточно радует. Очень интересно наблюдать за камышницами. Особенно, когда они тебя не боятся и фактически сидят в метрах в 7-8 от меня. То есть очень хорошо получается. А вот, кстати, как интересно, один птенец использует, так, ну, использует рогоз, чтобы собирать всяких жучков и еще искать какую-нибудь еду в воде. Встал на ней и стоит, вот чистится.
пока, в общем, особо ничего интересного не происходит. Поэтому, может быть, сейчас еще минут 15-20 посижу и пойду домой. А здесь вот два птенца стоят на ракосе сверху. Ну, не птенца, а две молодых птицы. Ну и все. На сегодня, я думаю, я закончу. Всем спасибо за просмотр. До следующего видеоролика. До свидания.